Всем привет! Меня зовут Сергей Нева, и вы на канале «Не ноль». Я уже не первый и не второй раз, даже не пятый раз начинаю съемку этого видео, этой серии сериала «Save the Eclipse», второй сезон об этом эклипсе. А все потому, что случилось очень много проблем на пути реализации того, что я задумал. Но об этом позже. А сейчас надо приступить все-таки к работам, которые позволят закончить мне этот проект, если, конечно, у меня это в очередной раз получится. Я в эту машину вместо атмосферной рядной четверки поставил мотор V6 Twin Turbo 6А13. Вместо переднего привода сделал полный привод. Для этого пришлось переделать впускную систему, выпускную систему, трансмиссию, всю подвеску. Ну, в общем, миллион-миллион работ. Об этом у меня очень много серий отснято в этом сезоне. И вот сейчас в каждой этой работе остались какие-то мелкие доработки, которые не позволяют его считать законченной системой, но в то же время как бы не мешают на общую работу. То есть как бы их можно было бы и не делать, но с ними будет гораздо лучше. И вот весь этот миллион нюансов мне предстоит сейчас решить. Ну а раз машина у меня сейчас на подъемнике, то первое, что я буду доделывать, это система выхлопа, выхлопная система, выпуск. Он так вот у меня интересно сделан, с раздвоением и равнодлинными выходами с обоих турбин, сводится в одну трубу и по всему днищу проходит до выхода. В целом здесь все сделано, все закреплено, все работает и даже звучит. Вот здесь установлена система регулировки громкости выхлопа, так называемая заслонка, то есть тихая и громкая магистраль переключаются от вакуумной линии. Но когда я сделал первый вариант этой системы, я, в общем-то, установил насадку так, как посчитал нужным на тот момент. Но это было такое вот расположение, это прямая насадка. Но когда машину опустили, когда на машину можно было посмотреть издалека, то красивее выглядеть будет насадка, которая повернута по плоскости бампера. Поэтому мне сейчас предстоит повернуть насадку на небольшой угол и для этого вначале надо полностью закрепить банку. Я сделал основные крепления для магистрали выхлопной, но какие-то вспомогательные еще не делал. Опять-таки для того, чтобы скорректироваться потом по тем узлам, которые дополнительно будут стоять в машине. Сейчас все установлено, и надо повесить конечную банку вот здесь на кронштейн и начальную систему повесить на вот эти кронштейны, которые находятся возле мотора. Ну и, в общем-то, с выхлопной системой тогда можно будет считать, что все покончено.
Я думаю, многие подписчики моего канала привыкли к тому, что в конце практически каждого видео я раздаю подарки комментаторам. В частности, от компании EFAM, производителя нано триботехнических составов шестого поколения. Эти составы, в общем-то, не имеют конкурентов на рынке. Эти составы призваны снизить износ в парах трения, снизить вибрации, шумы, понизить температуру и всячески защитить узлы и компоненты автомобиля. Притом все автоматические коробки передач, механические, редуктора, двигатели бензиновые, двигатели дизельные, мото, техника, грузовики. Подо все есть свой состав. И, в общем-то, я обрабатывал свою машину, записываю по этому поводу масштабное видео. Оно еще выйдет впереди, там всяческие испытания до, после, во время, мои ощущения. Ну и помимо подарков, которые я дарю комментаторам, можно зайти на сайт компании EFAM и по промокоду NEO, который написан в закрепленном комментарии, получить 15% скидку на приобретение этих составов. То есть вы сами прекрасно можете приобрести любой состав, который вам нужен, с очень ощутимой скидкой. Так что переходите по ссылочке в описании, смотрите, покупайте. Я думаю, вы оцените эти составы по достоинству. Ну а для тех, кто хочет попытать удачу, мы в конце видео, конечно же, устроим конкурс и разыграем подарочки от компании EFAM. Но вы напишите в комментариях, как вы относитесь к этим триботехническим составам, применяли ли вы их в своей практике и какой они дали эффект. При создании выхлопной системы с нуля на любой машины самый сложный момент во всем деле – это выставление насадок. Все дело в том, что насадки – это единственная часть выхлопа, которая людям видна. Все остальное, как бы криво было не сварено, все равно никто никогда не увидит, кроме мастеров, которые поднимают ее на подъемники. И самая большая ошибка, которую можно совершить при создании этого выхлопа – это выставление насадок, когда машина висит вверху на подъемнике. То есть насадки надо выставлять только тогда, когда машина опущена вниз на пол. Только в таком виде машину видят люди со стороны. Только вот так вот ее видят все машины, которые едут сзади, за ней в потоке. И, соответственно, насадка смотрится как раз только тогда, когда машина стоит на полу. Я насадку выставляю обычно и сейчас с очень маленьким выступом за бампер, ну и в целом с соблюдением всех зазоров по выходному отверстию в бампере. То есть с небольшим наклоном я ее сделал, такой а-ля небольшой GDM стайл, но в целом она стоит ровненько. Но если с насадкой, со всеми креплениями, которые я хотел сделать, я, в общем-то, определился
и сделал так, как я хотел. Вот поставил везде все эти демпферы, которые не дают трубе никаким образом качаться. То есть еще одно место, которое у меня под вопросом. Это вот эта часть свода даунпайпов равнодлинных. Все дело в том, что здесь нет ни одного крепления к мотору вот этого узла, этой части выхлопа. И все держится лишь только на фланцах, которые прикручены к аутлетам турбины. И по-хорошему, в принципе, можно сделать вот здесь крепление как раз к одному из болтов раздатки. Но смущает меня один момент. В принципе, вот эта вся замудренная, закругленная паукообразная система, она при нагреве деформируется и может гулять, в принципе, до 5 мм в разные стороны. И прижимать ее к алюминиевым частям двигателя, точнее, коробки передач, как-то не очень хочется. А здесь каких-то железных чугунных отливок нет. Поэтому, скорее всего, нет. Я сейчас крепить это здесь дополнительным креплением не буду. Надеюсь, что все мои резиновые крепления сдемпфируют правильно, и все останется на месте. Но на этом дела на подъемнике, в этом верхнем положении, с машиной не закончены. Мне предстоит снимать колеса, тормоза, разбирать кулаки, разбирать ступицы. А все дело связано с очень одним неприятным, но, как всегда, визуальным моментом. Опять машина на полу, и вот это положение подвески, в принципе, будет считаться финальным. То есть оно красиво смотрится и, в принципе, достаточно практично на дороге. То есть подвеска в таком положении будет и работать, и в то же время красиво смотреться. Но колеса сидят внутри, то есть хочется их чуть-чуть все-таки выдвинуть. Ну, тогда будет реально красиво. То есть, когда колеса вровень с кузовом, это всегда смотрится красиво. И как ни крути, их придется чуть-чуть выдвигать. А поправить этот вылет колес придется за счет проставок. Соответственно, вылет нам исправить надо буквально на 7 мм. И для этого вот купленные проставки, алюминиевые, как стандартные. И, конечно же, на 7-миллиметровых проставках нет своих шпилек. Да и, в принципе, опыт общения с проставками со шпильками, так называемые переходные, да, в которых есть свои шпильки. Вот такой печальный опыт меня как-то больше не позволяет использовать эти переходные проставки со своими шпильками. Поэтому придется менять шпильки. То есть ставить удлиненные шпильки на все ступицы. Но тут возникает огромная проблема. Кто смотрел по серию про колеса из Save the Eclipse номер 3, да, там была проблема в том, что на разных ступицах разные шпильки. Они разные по посадочному диаметру ступицы. И вот сейчас комплект вот этих шпилек не факт, что подойдет. А узнать я это могу лишь тогда, когда полностью разберу всю ступицу и вытащу старые шпильки, попробовав, соответственно, диаметры и посадочные места для новых шпилек. Поэтому кусок работы, который придется провернуть, разобрать все до винтика, проверить, а вдруг не подойдет, и тогда искать новые шпильки, заказывать под нужные размеры конкретных ступиц. Ну, в общем, подлил я себе геморройчика в очередной раз. Ну, что делать? Красота требует жертв. А вы как думаете?
Для того, чтобы заменить шпильки на задние ступицы, по-любому приходится снимать саму ступицу, потому что так устроен механизм ручника, что он закрывает весь доступ к этим болтам. То есть невозможно добраться до болтов, если не снять ступицу. Ну, в общем-то, в любом случае ступицу приходится снимать, потому что шпильки лучше запрессовывать, а не втягивать их с помощью гайки. Все-таки вытягивание резьбы – это не совсем правильно. Но в любом случае все собирается, и в итоге новая проставка с новым вылетом шпилек уже на задних колесах. Что не скажешь о передних. В принципе, переднюю ступицу можно было бы поменять, точнее, передние шпильки на передней ступице можно было поменять, не снимая ступицы. То есть вот в этом положении, если снять суппорт, есть доступ к этим шпилькам. Их можно отсюда выбить, и, в принципе, их можно туда втянуть. Но, соответственно, как бы тот съемник для втягивания, который мог бы здесь разместиться, не влезает. И в любом случае приходится снимать и запрессовывать ступицу на прессе, ну или другом удобном инструменте. Так что вся подвеска теперь уже собрана. Опять-таки стоят и передние проставки. Так что можно опускать машину и смотреть, какой вылет получился. Точнее, насколько он получился красивым. Вообще, при замене шпилек на длинные есть один неприятный момент, который не так сильно ощущается для коротких шпилек. Все дело в том, что при запрессовании шпилек есть небольшой наклон. То есть не всегда идеально ровно они становятся с первого раза вверх. И тормозной диск там, или колесо может не надеться. Ну вот в данном случае уже выровненные шпильки. А вот это шпильки, которые еще предстоит чуть-чуть подровнять. То есть при запрессовке вот есть небольшой люфт. Не люфт, это небольшой наклон, который не позволяет надеть диск прям ровно, можно покосить резьбу. Поэтому приходится имитировать колесо и, соответственно, затягивать все это дело для того, чтобы шпильки выровнялись и стали ровненько. Конечно, потом колесом они по-любому подровняются, но лучше это сделать заранее, для того, чтобы не коцать резьбу на этих шпильках. Вот, в общем-то, нюанс. Он, конечно, существует на любых шпильках, но на длинных он особо заметен в связи с тем, что маленькое изменение угла на большой высоте дает большое изменение наклона в верхней точке. А так, в целом, все, конечно, неплохо. Тема установки колесных проставок, она достаточно скользкая и очень спорная, противоречивая. Например, я все время думал, что такие шпильки, такие проставки со своими шпильками достаточно надежны. До тех пор, пока не случился вот такой вот нюанс. При этом все стандартно, гайки стандартные, затянуто все с правильными моментами. Но вот то ли все это так отфрезеровано, не совсем ровно, и со временем была какая-то нагрузка на эти, что можно сломать вот эту проставку и лишиться, в общем-то, не знаю, колеса, наверное, потому что это такое повреждение, оно может разрушить крепление, разрушить всю проставку, и она отлетит от колеса, потому что она прикручена к ступице как раз через свои шпильки. Но это еще полбеды с проставками. А вот из-за того, что ставятся неправильные шпильки в эти проставки, то есть у них очень мелкие зубья, фиксаторы в теле проставки, они могут провернуться. И если она провернулась, то потом в колесе чудом ее приходится высверливать, выкручивать, выпиливать для того, чтобы хоть как-то снять колесо, а не разрезать колесо внутри, потому что она внутри проставки начинает прокручиваться. И это еще одна большая проблема. Вот у меня две шпильки в двух разных колесах, которые вот так вот провернулись. Притом, опять-таки, я все время колеса на своей машине затягиваю с определенным моментом, а не ломом, как привыкли многие, то есть динамическим ключом. Но это не избавило от этой проблемы, и мне пришлось распиливать
все на машине, вытаскивать колеса для того, чтобы избавиться от этих проставок. И теперь мне проставки переходные, ну, честно говоря, не очень нравятся. Либо придется под них изготавливать свои специализированные шпильки с высоким зубом, для того, чтобы он хорошо въедался в алюминий и ни в коем случае не проскальзывал. Поэтому решение с проставкой, которая не имеет своих шпилек, становится надежнее. Но опять-таки все зависит от качества вот этих самих шпилек. То есть их, конечно, лучше изготавливать какие-то из правильного металла, для того, чтобы их не тянуло, для того, чтобы они не ломались и, в общем-то, выдерживали новую нагрузку на новой длине. Хотя в целом для вылета до 15 мм альтернативы вот этим проставкам не существует. Вот эти проставки, которые имеют свою шпильку, они начинаются от 15 мм. Потому что тело, куда можно спрятать эти шпильки, начинается от 15 мм. Дальше в меньшей проставке его просто некуда спрятать. Ну и, соответственно, можно там их делать до бесконечности. Ну а я же могу сейчас опустить машину, поставить ее на колеса и начать заниматься подкапотным пространством. Там еще немало всяких маленьких узлов и деталюшек, которые надо сделать. Но мне потом еще раз понадобится днище машины для очень ответственной и важной работы. Какая? Ну, смотрите впереди. Я очень надеюсь, что в этой серии я ее успею сделать. Пишу я все онлайн, так что процесс происходит долго, но надеюсь, вам это нравится. Если нравится, напишите в комментарии, подходит такой формат и интересен ли он вам. Очень жду. Днище на этой машине изначально было не в самом ужасном состоянии, но в таком, которое потребовало сделать пескоструйную обработку всего днища. То есть его очистили для металла, потом покрыли эпоксидным грунтом, и затем покрыли базой, и затем нанесли, соответственно, битумный антикор. Битумный антикор является таким своеобразным защитным слоем, он везде все закрыл, но все, что осталось внутри вот лонжеронов, внутри швов, то, конечно, он обработать не может. Для этого есть специальные антикоры для внутренних полостей, и я тоже частично ими пролил какие-то возможные в доступе плоскости. Но опять еще одна проблема. Я могу залить лонжерон, я могу там разбрызгать его, но в швы между деталями, во все эти соединения, в которых основная ржавчина, потому что там попадает вечно влага, попадают реагенты, туда эти все составы попасть не могут. И толк от этой всей обработки, ну, конечно же, есть. Он на несколько лет дает жизнь этому кузову, но потом все равно все вылезет. Вылезет эта внутренняя ржавчина, которая осталась непокрытая, незащищенная. Ну и тут, в общем-то, вылезает тот самый состав, который я уже показывал как на своей машине, так и на некоторых проектах. На своей машине я уже отъездил более полугода, и видны все изменения, которые происходят. Самое чудесное в этом составе, который то, что не верилось, в принципе, с первых слов, когда о нем рассказывали, это то, что он расходится. Он постепенно расходится по плоскости. То есть при нанесении его в определенную точку, он разойдется от этой точки на огромное расстояние. И это видно вот на грязной машине, что в тех местах, где под порогом мы обрабатывали очень хорошо эти места, да, потому что пороги у меня такие были не в лучшем состоянии, то видно, что из-за порогов, даже из-за декоративной вот этой накладки вылезает этот антикор. Вот. Он, конечно, смывается составами, которые растворяют силикон, но в целом как бы, он, получается, всегда активен, он всегда распространяется, и это длится несколько лет до следующей обработки. Соответственно, если мы вот в таких ржавых кузовах зальем его во все внутренние полости, то он покроется, зайдет во все стыки между металлами, и это, в общем-то, защитит уже надолго активным химическим составом от распространения ржавчины. То есть внутри металла ржавчину никто не оставит, пока ее полностью не чистит. Но в целом закрыть ее активным химическим составом, это значит продлить срок службы еще на много-много лет. И, соответственно, сейчас мне, как и всем остальным проектам моим, которые я сейчас делаю, я делаю этот химический антикор. По крайней мере, для внутренних полостей просто обязательно.
То есть состав этот проникает. Ребята из компании «Велерс», я с ними уже работал и, соответственно, буду работать. Они сейчас приедут и начнут обрабатывать этот кузов. Ну, а, в общем-то, результат обработки я видел уже не один раз и не один год. Предыдущие мои машины когда-то были тоже обработаны химическим антикором другой компании. Я там тогда особо не вникал в подробности. И результаты я его прекрасно знаю. Так что он работает. И, в общем-то, все проекты я буду им обрабатывать и впредь. Ну, и вам, наверное, этого желаю. В описании вы можете найти ссылочку на компанию «Велерс». Соответственно, как бы не помню, но они, друзья моего канала, кажется, дают скидочку всем подписчикам, кто обратится от меня. Так что пишите, звоните. В итоге, помимо всех скрытых полостей, мы обработали еще внешнюю часть, все швы, которые видны даже поверх вот этого битумного антикора. По крайней мере, это даст эффект, его смягчит немножко битумный антикор, и если даже битумный антикор где-то когда-то треснет, то этот состав все равно проникнет вовнутрь и достигнет металла. А в целом, конечно же, по самому битумному антикору нет никакого смысла обрабатывать химическим антикором. И тут есть еще одна проблема. Это как раз те арки колесные, которые, например, не закрыты какими-то локерами, подкрылками. То есть колеса пескоструют и смывают в процессе этот химический антикор. И, конечно же, лучше наносить, сделать какой-то локер, да, какой-то подкрылок, и под него уже занести химический антикор, и тогда он будет работать и не будет смываться. А иначе получается горит только такой. Днище там, или не знаю, арка пескоструется, грунтуется, красится. Потом, если на ней все чисто и красиво, потом она обрабатывается каким-то антигравием, да, и уже потом места, какие-то стыки можно обработать и изнутри залить химическим антикором. Потому что в открытом пространстве, да, химический антикор может вымыться, и от него толку никакого не будет. В общем, алгоритмы действия есть, и все они защищают на достаточно долгий промежуток времени, если все сделать, в общем-то, правильно. И химический антикор здесь очень важная и важная деталь. Я обработал, точнее, мы обработали все пороги, крышки багажника, все скрытые полости, которые доступны из салона. То есть пролили машину так, чтобы везде, где возможно, этот состав распространился и залил все плоскости машины от последующей защиты от коррозии. В принципе, если даже обработать вот такую вот машину в таком состоянии, то химический антикор рано или поздно, вот эти все ошметки ржавчины, он их подденет, и они потихонечку начнут опадать. То есть, в принципе, состояние этого днища даже в таком ужасном положении можно хоть как-то поправить. И химия его защитит и продлит его срок службы. Так он, конечно, заржавеет еще через пару лет до основания и будет ошметками отламываться прям куски этого кузова. В общем, есть решение,
есть возможность это все сделать. И, в принципе, для этого не столько много труда надо потратить. Не надо все это разбирать полностью, потому что он проникает и распространяется очень хорошо на большие расстояния. Если целью этой финальной доработки интеркулера была какая-то декоративная деталь, то есть надо было убрать вот этот стык двух интеркулеров, это два штатных интеркулера от VR4, которые я объединил в один и сделал в нем соединение двух турбин, у каждого свой вход в этот интеркулер общий и один общий выход. Про этот интеркулер было несколько серий. Ну, в общем-то, единственный функционал в этой перемычке – это доступ к болтам крепления, которые есть посередине этого интеркулера. То вот работы с радиатором, а точнее даже с его диффузором – это уже больше техническое назначение, потому что вот этот диффузор, который шел в комплекте с этим радиатором, я напомню, этот радиатор от Subaru, он подошел мне очень хорошо по размерам, я на нем переварил крепление, но вот этот диффузор, он просто нерабочий. То есть вот зазор между радиатором и вентиляторами, диффузором вентиляторов, он настолько велик, ну вот туда палец пролазит, он больше сантиметра, что в целом вентилятором проще вдуть воздух через эти щели, чем пропустить его через соты. Ну, образно, конечно, но вот так. И теперь моя задача его посадить как можно герметичнее, сочленить с радиатором, чтобы убрать этот зазор, то есть посадить его ниже. Ну, тем самым я убью еще двух зайцев. Второго – это я уменьшу все-таки общую толщину этого сэндвича, а места у меня здесь очень мало до турбины, поэтому, чтобы это сильно не грелось, то, конечно, будет хорошо, если я отодвину сэндвич с вентиляторами. Я, конечно, очень хотел сделать эту серию заключительной в сериале. Все уже уехать, наконец-то забыть. Но не получается. Все равно чего-то да не доделано. Где-то что-то, какие-то моменты надо еще подстрогать. Я не знаю, какая сейчас минута идет у видео. Напишите в комментарии. Наверное, явно за 40. Но предстоит еще одна серия, однозначно. Вот если смотреть на машину с этой стороны, то вроде как все отлично. И вылет колес на месте, и под капотом все красиво, вроде собрано. Радиатор уместился, расстояние между вентиляторами и турбинами есть, впуск готов, интеркулер на месте. Все, можно заводить и ехать. Но не тут-то было. Если посмотреть на машину вот с этой стороны, то вылет-то колес тоже хороший. Но вот эти пачки проводов
они портят всю картину. Потому что не все провода еще подключены. Я уже полгода назад говорил, что во всех этих свапах я меньше всего люблю этап вот этой электрики, да, соединения проводов. И, в принципе, стараюсь выбрать такой вариант, чтобы максимально от донорской машины стояла вся электрика в новой, в клиентской машине, в которую делаю в проекте. И это, конечно, очень удобно в обслуживании, но несколько неудобно в построении, потому что надо совмещать конечное устройство с одной машины, с проводкой с другой машины. Ну, в общем-то, здесь я вроде как хотел сделать так, но потом не получилось. А все из-за того, что, ну, как бы мои друзья, кто уже делал эти свапы, говорят, ну, зачем тебе париться? Давай оставь проводку, которая салонная, от Eclipse, чтобы управление всеми устройствами осталось и так от Eclipse, да, а вот моторную косу засунь и совмести с подторпедной от Galanta, от VR4. Ну, в общем-то, по такому пути и я и пошел, лишь потому, что нашелся очень полезный и важный человек. Нашелся электрик, который мне с этим решил помочь. Ну, как бы, конечно, за деньги, вот, безусловно. И этот человек сделал, блин, 95%, наверное, своей работы, все практически заработало там, вот. Но в один прекрасный момент, это было еще зимой, да, там, я поэтому так долго не снимал серии, но потом пропал. Я не знаю, куда он пропал. Явно подписчики моего канала знают его, это Артем, и он появлялся у меня в сериях про 4 турбины, он мне помогал у нас запускать мотор на 4 турбинах. В общем, отличный мастер, но вот нету его, и завершить работу он как бы, ну, не завершил, да. И теперь я стою перед большой дилеммой. Мне надо самому разбираться в том, что он сделал, а что не сделал, куда какой провод он подключал или не подключил. Я пробовал найти электриков, которые этим займутся. Ну, понятное дело, что это дело бесполезное. Кстати, если у кого есть знакомый электрик, который поможет этим проектом, опять-таки за финансовое вознаграждение, то напишите мне, потому что нужно мне закончить эти пару десятков проводов, в которых надо разобраться, все подключить, и это все заработает. Там буквально фары, вентиляторы, там дворники, ну, то есть прям мелочевка, но ее так вот какой... Это все в отдельных проводах. Так что вот такая история у меня случилась. Она не позволила мне очень долго браться за проект, но как бы сейчас вот последние такие штрихи мои сделаны. Осталось эти провода, салон собрать, и все, и поехали. Ну, помимо электрики, есть еще один вопрос. И тоже немаловажный. Это обвес. Я думаю, что те, кто смотрел первые серии, очень давно эти были серии, то помнит, что там висел такой бампер, там какие-то пороги, это все было прицеплено на саморезах. И дело в том, что вот этот бампер, который был на этой машине, он как бы... Здесь, конечно, устанавливается все хорошо. Он сюда подходит. Но первое... Он весит безумно тяжело, то есть он реально тяжелый. То есть он сделан из стеклопластика, достаточно обычная копия, видимо, с какой-то копии, но она, ее берешь в руки, и это тяжело. И еще у него не хватает важных креплений. Ну вот он, этот бампер а-ля форсаж. Бампер обычно крепится вот здесь вот на крыльях, два болта, и вот здесь спереди стоит пластина, и здесь 5 болтов ее держат, ну и с другой стороны. Так вот, вот этих 5 болтов здесь нет. И здесь даже нету места, куда эти 5 болтов загонять. То есть здесь прицепили какую-то резинку, так, чтобы убрать зазор от капота. И все. То есть бампер держится буквально только на крыльях, и все. А здесь он просто лежит. Лежит, ну, может быть, немножечко прижатый капотом через вот эту резинку. Но это, в общем, бред. Это основное силовое крепление, которое есть на машине. И вот эти болты здесь должны быть.
И мы попросили сделать еще одну копию с этой копии такого же бампера, только уже правильный, с нужной пластиной, с толстой пластиной, которая позволит закрепить его и посередине. И весь прикол в том, что этот бампер весит практически в два раза легче. Он по толщине стеклового окна такой же, но по весу намного-намного меньше. А делает такие бампера мой товарищ Денис. У него, кстати, есть на Ютубе каналчик, есть каналчик в Телеграме. Очень интересные вещи там выкладывает по поводу производства вообще стеклопластиковых деталей. Так что зайдите в описании, я оставлю ссылочку на него. Ну и, в общем-то, обещаю к нему съездить в мастерскую, потому что он там делает свою джету а-ля копия из Форсажа. Очень интересный проект. Да и вообще стеклопластиковые детали мне впоследствии предстоит с ними поработать еще много. Так что подписывайтесь там на канал и Телеграм Дениса. Ну и не забывайте мои ресурсы тоже. Я надеюсь, то, что я сегодня назвал мелочами, было вам полезно. И не такие уж это мелочи. В глобальном смысле без них тоже особо не построишь нормальную машину. Ну, как я и обещал, в принципе, в конце видео подарочки от компании EFAM. То есть триботехнические составы шестого поколения. Разные, я не раз уже рассказывал, что под каждый узел они есть. Поэтому в комментарии просто пишите «хочу такой-то состав». Вот, либо просто «хочу, если вам без разницы, какой состав». И я, соответственно, по всем комментариям потом пройдусь через месяцок и раздам трем победителям, соответственно, их составы, которые они напишут. Ну, если не напишут, то, соответственно, какой-то рандомный. Так что пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что сериал, еще пару серий вам будет интересен. И мы поедем, и будет все здорово. Так что подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.